В эфире новости Анапы регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. Уходящий 2018 год стал для Анапы богат на события. Создание нового бренда, старт строительства новых детских садов и победы во всероссийских конкурсах. На торжественном собрании подвели итоги социально-экономического развития курорта. Подробности в нашем материале. Этот год прошел под новым ярким брендом. Впервые он был представлен на международной туристической выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». В едином цветовом решении были оформлены пляжные навесы, кабинки для переодевания и торговые павильоны. Круглосуточно в городе работали рейдовые группы по борьбе с несанкционированной торговлей. На въездах в Анапу были установлены современные оригинальные стеллы и новые арки на Пионерском проспекте. Глава курорта Юрий Поляков поставил задачу перед всеми городскими службами. Анапа должна быть уютной для жителей и комфортной для гостей. Поскольку Анапа очень привлекательна у нас для всех граждан России, к нам едут все. И вчера, и сегодня мы с вами прекрасно знаем, что у нас нехватка детских садов. На 2019 год для нас это задача номер один. Обеспечить наших детей, жителей нашей Анапы, детскими садами и школами. На поддержку социальной сферы выделяется более 70% бюджета. В этом году началось строительство сразу трех детских садов и одного дополнительного корпуса в дошкольном учреждении. Впервые с 92 года с мертвой точки сдвинулось строительство школ. В 6-й общеобразовательной скоро появится пристройка на 400 мест. Уже утвержден проект современного общеобразовательного учреждения на улице Спортивной. За прошедший год прошел рост по всем отраслям экономики. И это, конечно, прежде всего, я считаю, заслуга под руководством главы нашего Юрия Федоровича, всего нашего коллектива, коллектива анапчан. 115,2% рост консолидированный бюджет. Это огромный прирост средств, а если есть деньги, есть возможности. Мы не будем останавливаться на достигнутом, то, что было сделано в 2018 году. Это благоустройство территорий. Это обязательная задача для всех. Это озеленение. Минувшей весной в парке Ореховая роща заложили новую аллею. Посадка более 40 деревьев в сквере имени Гудовича стала первым шагом в масштабной акции по озеленению курорта. Городские службы высадили платаны и хвойники, а вскоре к ним присоединились и местные жители. Одно из поручений главы – обустройство народных троп. В 2018 году новые тротуары появились на улицах Крепостной, Гребенской, Маяковского и Ленина, в микрорайонах и на Пионерском проспекте. Большое внимание уделили формированию комфортной городской среды. В рамках федерального проекта в Анапе построили 7 благоустроенных парковых зон с детскими площадками и спортивными комплексами. Год был добрым, хорошим, замечательным, на хорошие встречи и добрых людей. Поэтому хотелось бы, чтобы в следующем году все было стабильно, и чтобы люди просыпались и радовались новому дню. Близкие рядом, они любят друг друга, и тогда все будет в жизни хорошо. Итоги проделанной работы руководители муниципальных служб подвели на торжественном мероприятии в городском театре. За плодотворный труд лучшие сотрудники были награждены благодарностью от главы Анапы Юрия Полякова. В уходящем году город-курорт гостеприимно встретил почти 4 миллиона туристов. Завоевывал лидирующие места на всероссийских конкурсах и в краевых рейтингах. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Анапа на новом рубеже. Основные итоги уходящего года в фильме нашей телерадиокомпании вы можете посмотреть на сайте anaparegion.ru. И к другим темам. Юрий Поляков принял участие в губернаторском часе контроля. Вениамин Кондратьев оценил выполнение своих поручений муниципалитетами и органами исполнительной власти на твердую четверку. Были названы муниципальные образования и краевые ведомства, где выстроена наиболее эффективная работа в этом направлении. Губернатор отметил, что большинство органов местного самоуправления поддерживают исполнительскую дисциплину на высоком уровне. В срок выполнено порядка 75% его поручений. В Анапе этот показатель свыше 82%. В министерствах и ведомствах региона исполнено более 70%. Поручений главы Кубани. Вениамин Кондратьев потребовал повысить цифры до 100%. Анапа по праву носит звание самого чистого города России. Поддерживать порядок и ухоженный вид удается благодаря слаженной работе служб курорта. Более 100 тонн мусора вывезли специалисты МУПАКУ с анапских пляжей после шторма. Несмотря на то, что сезон завершился, работы у них хватает. О нелегких трудовых буднях коммунальных служб в нашем сюжете. Каждое утро Надежды Викторовны начинается с уборки бытового мусора с пляжной территории. Спецтехникой его не соберешь, слишком мелкий. Приходится вручную, на пронизывающем ветру. За день, особенно после шторма, набирается до 100 килограммов. И бутылки, и обувь, и сантехника.
целлофановые пакеты. Уже после сбора бытового мусора в дело вступает техника. Сначала по прибрежной полосе проходит трактор с бараной. Он собирает крупные предметы, которые приносят море. И уже после песок просеивают. Но больше всего проблем доставляют выброшенные на берег деревья. Деревья – это все очень как бы большого веса, такие как бы негабаритные грузы, которые нам приходится еще обрабатывать на базе, а потом их вывозить на свалку. За неделю с 16 километров пляжной территории собрали и вывезли почти 100 тонн мусора. Ситуацию осложняют погодные условия. По прогнозам синоптиков, до конца этого года нужно ждать еще как минимум 2 шторма. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион. Анапские члены Союза казачьей молодежи Кубани также подводят итоги работы. Эта организация была образована всего год назад, и уже сегодня в ее рядах более 2500 ребят. Каких результатов добились юные казаки и почему Союз стал так популярен среди молодежи, в нашем материале. Алина Шевченко – ученица казачьего класса 18-й школы. В ряды Союза казачьей молодежи вступила одной из первых. За год приняла участие практически во всех значимых мероприятиях. И в параде на День казачества, и в поминовениях, и даже казачий диктант написать успела. Говорит, что в этой организации нашла людей, которые ей близки по духу. Люди, которые могут поддержать, которые тебя понимают, единомышленники. То есть это очень важно в нынешнее время найти людей, которые могут смотреть на мир точно так же, как ты. Всего за год Союзу удалось собрать под свои знамена более 2500 человек. Это не только ученики казачьих классов. В организацию активно вступают студенты техникумов, колледжей и высших учебных заведений. Мы учим патриотики детей, уважать старших, почитать страну нашу, любить ее. Результат сегодня налицо. Мы сегодня 4 раза подряд вместе оборонно-массовой работы занимаем первые места. Это вот как раз с Союзом казачьей молодежи, с нашими детьми. Есть и первые результаты. В одном из основных мероприятий казачества, месячники оборонно-массовой работы, 4 раза подряд анапское общество становилось лучшим в крае. Не менее впечатляющие успехи и в спорте. Год был плодотворный. Наши ребята занимали лидирующие позиции не только в нашем муниципалитете среди спортивных команд, но и в крае, а также по России. В таком конкурсе, как кадетские игры. На этом слете Союза казачьей молодежи не только подвели итоги, но и наметили планы на следующий год. Сейчас, после Нового года, начнется подготовка к одному из главных православных праздников – Рождеству Христову. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион. В дни зимних каникул в Анапе на колеснице времени можно будет совершить путешествие в античность. Интерактивная выставка, которая откроется в археологическом музее, часть масштабного межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Посетители смогут примерить на себя одну из профессий древних ремесленников, сделать памятную фотографию на античной колеснице, прикоснуться к живой истории, узнать, какие величайшие достижения в области архитектуры, науки и искусства подарила миру античность. Все желающие смогут с 25 по 30 декабря и с 3 по 8 января. Музей Гаргипи находится по адресу Набережная, 4. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.